привет! В эфире новости DMC Music TV, и с вами я, Василиса Червова. Прямо сейчас мы находимся в культурном центре Москворечья на отчетном концерте ведущего творческого коллектива Театра эстрадной песни «Мечта». Ну что, поехали! Как тебе атмосфера концерта? Мне очень нравится то, как все происходит. Все красиво, атмосферно, мне нравится такое. Мне очень нравится сегодняшняя атмосфера, потому что это очень классно. Я наконец-то встретила своих друзей из мечты. Слушай, ну атмосфера, как всегда, супер. Вообще я обожаю бывать на этих концертах, обожаю мечту. Очень дружно. Очень уютно выступать в ДК Москворечья, все-таки уже не первый раз. Атмосфера концерта очень праздничная и творческая, как на сцене, так и за кулисами. Расскажите, пожалуйста, о театре эстрадной песни «Мечта». Я преподаю в этом театре актерское мастерство. И, естественно, если у нас называется театр эстрадной песни, то, конечно же, должны быть и театральные представления. Поэтому мы больше уделяем внимание такому театральному направлению, как мюзикл. Занятия у нас проходят как по группам, так и индивидуально. Группа у нас делится по возрасту, чтобы детям было максимально удобно и комфортно работать вместе. Мы любим каждого ребенка, который приходит к нам. Наши детки занимаются у нас с 3 лет. Каждого мы принимаем маленькими, и уже на протяжении 15 лет существования нашего театра мы развиваемся и готовим юных талантов. Наши ребята участвуют во всевозможных вообще телевизионных и вокальных проектах, и побеждают, и занимают всякие высокие места. Ты могла бы нам спеть отрывочек из песни, которую сегодня исполняешь? Ну, абсолютно любой. I climb every mountain and swim every ocean. Весь этот шум, что я слышу вокруг, напоминает тепло твоих рук. Are you devil, are you angel? Am I heaven, am I hell? I can barely find a proof that's in myself. Что бы ты хотела пожелать начинающим юным артистам? Я бы хотела пожелать удачи, чтобы они чувствовали себя комфортно на сцене и всего хорошего. Главное не волноваться, ведь это ваш вечер сегодняшний, главное кайфануть на сцене. Самое главное это перед сценой уделить короткий промежуток времени, настроиться, постоять, попрыгать. Глубоко вздыхать и уже выйти с осмысленной головой, выступить с кайфом для всех, для себя. Вдохновение и стремление к своим мечтам. Чтобы все получалось, нужно работать над собой, всегда идти вперед, никогда не сдаваться. И обязательно все получится. С вами был телеканал DMC Music TV и я, Василиса Червова. До новых встреч! Всем пока!